Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я покажу Minecraft Pocket Edition 0.17.0. Собственно, друзья, сразу скажу, что это фейковая версия и создана чисто для развлечения и просто для просмотра новых блоков. Ну что ж, в этой версии Майнкрафта нам изменили, или можно сказать, добавили командные блоки. Их три вида. Во-первых, это обычный командный блок, и это уже два командных блока, которые уже были активированы. Собственно, дальше нам добавили 4 новых блока, которые копируют, вставляют, дублируют и делают что-то еще. И, друзья, эти блоки есть в компьютерной версии Майнкрафта. Дальше нам добавили блоки, которые находятся в Эндермире и исполняют они роль цветов или деревьев. Да, это тоже блок из Эндермира, и там он выполняет роль здания. Это у нас блок адского кирпича, создаваемый из этого, друзья, блока. Из блока лавы, да. Кстати, эти вещи мне напоминают террарию. А это, друзья, блоки, опять же, которые есть только в Эндермире. Но, собственно, на этом еще не все. Нам добавили фейерверк, который просто нельзя запустить. Добавили крылья, и одеть их к Женю мы тоже не можем. Добавили эндерперл, ну, друзья, точнее, эндерглаз, но мы его можем кидать, но телепортироваться мы не будем. Ну и добавили эндерперл, который мы также можем кидать. И, друзья, это всего лишь замененное яйцо, но выглядит это круто. Также нам добавили поломанную пластинку, которая выглядит просто замечательно, и добавили эндер-кристалл. И на этом обновление, можно сказать, заканчивается. Но здесь есть еще призмарин и подводный фонарь. Но, друзья, в новой версии Майнкрафта нам его уже добавили. Ну и в скором времени эти вещи тоже добавят. Ну и все, друзья, вот на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.